Сейчас мы будем устанавливать World of Tanks Blitz на Android. Для этого вам понадобится скачать по ссылочке под видео архив, распаковать его. У вас будет такая папочка. Открываем ее. Видим сам APK файл и кэш. Подключаем наш Android как USB накопитель. То есть на SD-карточку. Заходим на SD-карточку нашу. Папочку Android. Дата. И скидываем вот эту папочку с кэшем сюда. После того, как скопировалась папочка, идем опять на нашу SD-карточку. И скидываем APK файл. Я вот обычно скидываю сюда. Вот вы видите, я уже скинул его. Вот далее отключаем ваш Android от компьютера и идем в устройство. Итак, идем в меню нашего устройства. Заходим в любой файловый менеджер. Находим наш APK файл, нажимаем установить. Нажимаем далее, далее, далее. Дожидаемся установки. После установки нажимаем открыть. Вот видим, вылазит такое окошечко «Докачать». Выходим, ничего здесь не нажимаем. Выходим, просто сбрасываем игру, как бы закрываем. Идем просто в меню. В меню идем в настройки. Так, в настройки. Вот находим приложение. Так, приложение. Находим наши танки. Вот он. И нажимаем кнопочку «Остановить». Подтверждаем. Снова выходим в меню. Находим наши танки. Ярлычок. Вот они. И запускаем. Вот видим, все, игрушка пошла. Всем спасибо. Не забываем подписываться и ставить классы. Пока.